Юбилейная встреча. В 70-й раз библиотека имени Абая проводит неделю детской книги. Это уникальная возможность для читателей познакомиться с известными авторами полюбившихся произведений. Так работники библиотек стараются привить любовь к чтению. Подробности расскажет Антон Александров. Любители интересных историй и поучительных рассказов собрала в этот раз библиотека имени Абая. Здесь проходит неделя детской книги. Мероприятие организовывают ежегодно, чтобы познакомить читателей с новинками книжных полок и авторами, создающими уникальные произведения. Лауреат премии «Алаш» – детский писатель, поэт Байбута Кушумагай. Особенность творчества его является то, что он является как и переводчиком детской литературы, так и сам пишет. Антология казахской детской литературы вышла в свет в прошлом году. Это 10 книг, в которых собраны стихи и рассказы, загадки и скороговорки детских поэтов и писателей. Тираж ее был ограничен, однако библиотеке имени Абая экземпляр все-таки достался. В итоге сегодня собравшимся решили презентовать уникальный 10-томник и познакомить пришедших детей, родителей, работников библиотек и общественных деятелей с трудами члена Союза писателей Казахстана. Каждая книга, она уникальна. Если первые 5 томов – это казахский фольклор, это бесик жыры, это пословицы, поговорки для детей, то последние 5 томов – это произведения казахских детских авторов, начиная с Сапарғали Бегалина, заканчивая нашими современными детскими писателями. Это первый сборник, объединивший произведения с учетом педагогических навыков, требований времени и литературного искусства. Сегодня важно подрастающему поколению прививать любовь к книге, считают библиотекари. Это позволит отвлечься от электронных гаджетов и развить художественный вкус. К тому же яркое оформление книг может завлечь детей не хуже мультяшных героев по телевизору. Антон Александров, Миржан Жумамуратов, Николай Шевелев, 5 канал.